Продолжаем выпуск. В прошедшие выходные около увеселительных заведений Архангельска произошли таинственные потасовки. В ночь субботы на воскресенье вблизи одного из ночных клубов на набережной произошла перестрелка. По нашим данным, ранения из травматического оружия получили 6 человек. Четверо из них обратились за помощью в областную больницу, а двое с травмами грудной клетки, рук и ног в первую городскую больницу. От госпитализации, как сообщили в лечебных учреждениях, все пострадавшие отказались. Полицию из травматологического отделения одной из городских больниц поступила информация о том, что к ним обратились двое молодых людей с травмами, которые предположительно могли быть нанесены из травматического оружия. Один из молодых людей, сообщив недостоверные данные, самовольно покинул лечебное учреждение. Со вторым проведена беседа, на которой он сообщил сотруднику полиции, что не желает привлекать никого к ответственности и не желает проведения проверки по факту инцидента. Тем не менее, полиция проводит проверку по факту происшествия. Также нам стало известно, что аналогичный случай той же ночью произошел и у другого развлекательного клуба на Обводном канале. Там орудием выяснения отношений стали бейсбольные биты. За медицинской помощью обратились два человека. Один с сотрясением мозга, а второй с переломами ребер. Правоохранительные органы, заявление от них тоже не поступило. Полиция проводит проверку.